Всем привет! В этом видео я расскажу, как пользоваться Visual Studio, чтобы писать программы на JavaScript. Заходите в Visual Studio, нажимаете файл, создать проект. Выбираете в списке JavaScript. Пустой проект я выберу, приложение для Windows или вот это, нет, вот просто пустое приложение для Windows. Здесь выбираете папку, как всегда. Я напишу здесь название trcl. Ну, я в прошлых видео говорил, чтобы в Explorer тоже запускалась программа, что можно сделать. Затем нажимаю ОК. ОК. И создается вот такое, вот такая программа. Можно посмотреть с помощью обозревателя решений. Любую панельку можно как бы поместить в любое место экрана. Вот, например, сюда сбоку. И здесь поставить галочку «Автоматически скрывать». Тогда она будет автоматически исчезать. Так появляется, так исчезает. Проект состоит из файла index.html. Вот он. Здесь его видно. Ну и непосредственно main JavaScript. Ну, можно что-нибудь написать, например. Console. А, зачем консоль? Документ же. Документ.read. Ну, например, привет. Ну и, в общем-то, запустить запуск. Вот так выглядит приложение на JavaScript Visual Studio. Откроется оно также и в браузере, и тоже будет работать. В этом легко как бы убедиться. Документы, так, Visual Studio, проекты, trcl. И здесь есть файл index. Вот он. Вот оно открылось, приложение. А теперь по поводу этой программки еще некоторые моменты. Так. Можно здесь убрать вот эту надпись «Место для содержимого». Если какие-то ошибки возникают в процессе выполнения JavaScript, то они выводятся вот здесь. Так, окна. Окна где-то здесь было. А, отладка, окна, вывод, вот он. Вот здесь. Здесь тоже поставлю скрыть. Ох, блин, не то нажал. Еще раз. Так, отладка, окна. Вывод. Автоматически скрывать у меня здесь стоит. Вот вывод. Если какие-то ошибки в программе будут, то они будут выводиться здесь. Ну и, соответственно, теперь можно... Я попробую сюда перенести свой движок весь. То есть формат останется такой же, как всегда, просто я редактировать буду там. Для начала скопирую весь этот текст, который здесь был. Так.
Так, теперь структура. Свернуть все сегменты. Ну, вот так выглядит программа, в принципе, как она и выглядела и до этого. Что ж. Интересно, мне еще один момент. Интересно, регионы он как бы поддерживает сворачивание кода в регионах. Так. Регион. Ладно, потом разберусь с этим. Что ж, вот моя программа, которую я делал на Яве. И в прошлый раз я, по-моему, хранил в HTML-документе, записывал доступ к Canvi. Ну, в общем-то, почему бы и не поместить все это в файл index. Хотя нет, плохая идея. Так, просто скопирую то, что написано на для полноэкранного режима. Просто то, что написано для полноэкранного режима, скопирую и помещу сюда. Так, структура. Свернуть все сегменты. Так, мне нужно будет создать канву, потому что... А, вот, кстати, да. Вот здесь она как раз создается. На весь экран создаю канву. И потом она инициализируется и программа запускается. Попробую сейчас я это все запустить. Отладка. Я в режиме отладки. Просто нажимаю начать отладку. И у меня выходит такое окошко. Я нажимаю прервать. И смотрю. Как бы вывод. Так, еще раз. Остановить отладку. Вот, и здесь написано, что ошибка в 123 строке. То есть вот здесь. И что там написано? Там написано, что нет такого. VIF-порт нету такого, такой штуки. Дело в том, что неправильно я оформлял как бы код. Оказывается, правильно будет писать вот так. Здесь на официальном сайте Microsoft WebGL есть подробное описание с примерами. И нужно просто некоторые вещи подправить. Например, вот это вот Experimental WebGL. Здесь должна быть надпись Experimental WebGL. А, так, попробую запустить еще раз. Еще где-то ошибка. Теперь в 294 строке, но он, в принципе, меня сразу туда и выкидывает. В то место, где ошибка. То есть это, в принципе, даже удобно. Автоматически скрывать. Так, так, так. Пока здесь закрою все. Еще раз. Останавливаю отладку, запускаю отладку. И вот, приложение работает. А, как обычное окно Windows, то есть... В общем-то, это настоящее, я так понимаю,
приложение под Windows 10. Но его отличие единственное в чем заключается в том, что его можно запустить и просто открыть в обычном браузере. Вот. Все работает. Что ж, спасибо за внимание. До следующего видео.